Члены правления Федерации футбола городского округа Люберцы провели общее собрание. На встрече подвели итоги зимнего первенства, обсудили организационные вопросы, а также наметили планы по развитию общественной организации. Что произойдет в мире люберецкого футбола, расскажем в следующем сюжете. С 25 декабря 2022 года по 5 марта 2023 в городском округе Люберцы проходило открытое первенство по футболу среди детско-юношеских команд. В соревнованиях приняло участие 36 коллективов из 11 школ и секций. Кроме хозяина первенства были представлены округа Дзержинский, Лыткарино и Котельники. Были подготовлены поля на всех стадионах в хорошем качестве, несмотря на сложную погодную ситуацию. Все игры проходили в Люберцах. На наших стадионах «Электрон», «Труд», «Балятина» и «Искра». На стадионе «Звезда» и «Искра». Во время зимнего первенства проведено 145 игр, в которых забито около 500 голов. В каждой возрастной группе определены победители и призеры. Команды футбольной школы «Звезда» являются абсолютными победителями, потому что они, мало того, что они в двух возрастных категориях являются победителями, и кроме этого еще призерами, и во всех остальных они в тройках. Итоги зимнего сезона подведены, пора готовиться к следующему периоду. В ближайших планах федерации составить календарь игр и определить участников летнего первенства городского округа Люберцы. Число команд растет, потому что федерация заработала в новых условиях. С учетом того, что у нас световой день короткий, лето короткое, мы не можем до бесконечности увеличить число команд. Вот 10 команд – это оптимальное количество, когда мы в каждом возрасте можем проводить соревнования. Динамика развития футбольного сообщества в Люберцах, она с каждым годом все больше и больше. Появляется больше много коллективов новых. Более того, соседние районы муниципалитетов к нам присоединяются, к нашему городскому первенству. Сегодня мы рассмотрели вопросы о принятии членов правления, о расширении этого списка. Федерация футбола городского округа Люберцы образована в 2017 году. На сегодняшний день в нее входит 8 активных членов правления. Спортивная общественная организация объединяет 10 детских, 8 мужских и 8 ветеранских команд. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.